А сразу и не скажешь, что эта хрупкая и женственная девушка с легкостью может уложить на лопатки любого парня. Каждый вечер минчанка Ольга Комарова перевоплощается в настоящего бойца. Изначально заниматься дзюдо в 11 лет. В 2015 попалось такое предложение от пивовара Андрея Евгеньевича. Оля, не хочешь ли поучаствовать в рукопашном бое? Я ему сказала, почему бы и нет. В 2017 стала первой и единственной чемпионкой в республике. Чемпионка мира по рукопашному бою, наверное, горжусь этим. Большинство мужчин думают, что девушка место на кухне. Они очень глубоко ошибаются, потому что девушки — это самые коварные существа, которые могут быть. И если они вот выходят, они дерутся вот до конца. Не рискнув, не узнаешь, понравится тебе в этом спорте или нет. Можно прийти, попробовать, посмотреть. У нас будет проходить в мае домашний чемпионат Европы. Хочется показать, что все-таки чемпионы, они есть всегда чемпионы. Ольга уверена, она еще не раз докажет, что наши женщины далеко не слабый пол.